Ребята, мы будем подниматься на 125 этаж. Устроит, не устроит? Меня сейчас засосет! Целая сказка, ребят. Всем привет! Мы приехали в аквапарк. Первый раз за все время, что мы здесь, мы приехали в аквапарк. Давно хотели, собирались, все почему-то никак. Все время выбирали лучше море или еще что-то. Ну а сегодня все-таки мы приехали в аквапарк. Причем это новый аквапарк, самый новый аквапарк в Дубае. Называется он «Лагуна». Расположен он на каком-то своем собственном пляже, на отдельном острове. Сейчас пойдем посмотрим, что здесь есть. Он небольшой, но мы надеемся, что нам хватит, и он достаточно уютный, чтобы не бегать с конца в конец. Место тут действительно необычное, интересное, аутентичное. Не очень понятно, куда идти. Вечером тут, наверное, тоже весело. Но мы сейчас будем искать, где вход, сколько стоят билеты и как вообще куда заходить. Вот тут мы будем покупать билеты. Вот такая вот подводная затонувшая лодка, субмарина, я не знаю что. Показывает нам, что билеты здесь. Вот разные цены указаны. За полотенце, за габану, за замки. В общем, мы взяли себе за 1325. Нам сделали скидку на всех. Да, то есть это указана цена на четверых. Вот, включая полотенце, включая замки, включая еду. Такая у них промоушен была. Сейчас пойдем смотреть, что же там внутри за аквапарк. Устроит, не устроит. Красиво, некрасиво, хорошо, нехорошо. Будем надеяться, что будет все будет. Здравствуй, аквапарк! Привет! Идем заходить. Полотенчики нам уже выдали. Идем внутрь. В нашу стоимость входило вот такое вот небольшое бунгало. Входит, точнее, получается, вот такие вот два лежака. Здесь четыре лежака. Здесь получается холодильник. Бум-бум-бум. Бум-бум. Понял, нет? Сейф для ценных вещей. Холодильник забивают водой. Бесплатно дают еще арбузик. Но в целом, мне кажется, условия прекрасные. У нас также есть доступ к пляжу, если вы его видите. Вот такие вот неплохие условия. Мне кажется, очень красиво, очень классно. Ну что, пойдем смотреть, какие тут горки. Это детская зона. Есть еще вот такая детская зона. Куда делся у меня сын, я не знаю. Видимо, с дедом сбежал куда-то. Ну что, ты где-нибудь уже прокатилась? Нет, я иду. А ты катался уже где-то? Нет. Ну, беги сюда, побегай. А, здесь наш? Да. Вот нам принесли уже арбузик, так вот он выглядит прикольно. Вот это прикол! И Данчик уже хочет его поесть, да? Очень. Мы тут с Данькой еще одно обнаружили отделение. Это, по всей видимости, препятствия какие-то. Я не знаю, что это такое. Это палатки. Да ладно! В них можно жить. Она закрыта сейчас, Дань. Это кемпинг. Здесь можно организовывать кемпинг и ночевать. Ну, такое себе удовольствие, честно говоря. Возможно, здесь детские лагеря обустраивают. Я вот что думаю. То есть какие-то лагеря 10 организовывают. 10 палаток Даня нашел, да, Даня? 10 палаток. Посмотрите, какие горки шикардосные. Я подошла поближе с надеждой найти Милану. Я думаю, что она где-то здесь. Короче, я сделала чехол на телефон. Сейчас иду с телефоном. Хочу попробовать подняться наверх и прокатиться с каких-нибудь горочек и вам показать всю эту крутотяжечку. Так вот угрожающе выглядит вся эта машина практически. Back. Сейчас поднимаемся да покатимся. Я поднялась на самый верх. Смотрите, какая штука тут есть, чтобы привозить бублики. А давайте посмотрим немножко на территорию. Мы находимся в такое ощущение, что на территории каких-то заводов. Так, есть такая здоровая горка, на ней надо ехать толпой. Есть вот такая. Здесь, по-моему, нужен матрасик. И вот. И
Вот так вот можно укатиться. Короче говоря, ребята, я поехала. Отправляемся в эту черную, синюю дыр. Ух ты! Как красиво было, а стало темно! Кто любит ехать в темноте? Мне кажется, никто! Круто! О, боже! Посмотрите, где я! Мама! Мама! Я сейчас! Меня сейчас засосет! Подождите! Я застряла! Посмотрите! Есть! Я выплыла отсюда! Ну что ж, это было прикольно. Надо сейчас попробовать другие горки. Но я бы хотела найти, честно говоря, Милану, чтобы прокатиться в несколько человек вот в этой большой. Сейчас посмотрим. Так, Данькин тут. Че, не купаешься? Промерз немножко? Пойдем посмотрим, Милана где. Милашка катается там с бабушкой и с Дашкой. Сестрой со своей. Сейчас я пойду посмотрю, может быть, я смогу их немножечко вам подснять. На той самой горочке, с которой я вам снимала нас, сегодня они проехали без меня. Сейчас. Вау! Какая вот тут речушка быстрого, медленного движения. По ней можно плавать, на ней, точнее, плывешь. Милана, здравствуй, уже поплыли куда-то. Точнее, вот как раз по этой реке и поплыли. Милана, как водичка? Хорошо. Как горки? Вы без меня на всех скатились, пошлите со мной теперь. Так, ну что, я наконец выловила Милану. И мы идем кататься все вместе на горке, да? Да, вчетвером. Милашка, ну-ка. Хорошо. Сейчас поедем сюда. Летим. Летим в дыру. Нет, мы застряли. Веселый аквапарк, мы накупались, набрызгались, навеселились. Сейчас уже прохладно, уже вечереет, поедем домой, переоденемся, и у нас есть желание посетить еще одно очень крутое место, поэтому поехали вместе с нами, там увидите. Ну а сейчас мы решили приехать в Дубай Молл для того, чтобы подняться on the top. И, короче говоря, сейчас купили билеты, пойдем на верхушечку смотреть, как тут красиво. Так как мы любим очень покушать, то сейчас перед этим пришли припить чай. Давай мясо, давай мясо! Дашка себе взяла тирамису, а Милашка себе взяла... Что Милашка взяла? Орео шейк. Орео шейк. Данькин взял донат. Ладно, да, что ты, можно. Мне остальное не жалко, но ты подумай, что он здоровый. Мама! Остальные медовичок, а я, короче, только кофе. Ну, давай, пробуй, расскажи нам, это вкусно или нет? Вкусно? The top? Ну, давайте, кушайте и пойдем наверх. Вот он, Бурдж-Халиф. Мы поднимаемся. Покажи билеты, Дим. Наши же билетики мы распечатали. Сейчас будем подниматься. Ребята, мы будем подниматься на 125 этаж. И там, кстати, возможно, еще на 124 остановимся. Да, пойдем посмотрим на Дубай с высоты птичьего полета. Небольшой кипиш. Все снимают. Всем интересно. А мы тем временем идем. Да, идем на топ? Да.
К слову, чтобы подняться на самый высокий этаж, это где-то 150 этаж, стоимость на одного взрослого и, в принципе, даже на ребенка 460 дирхам умножайте на 20. Мы идем, мы решили взять билеты подешевле, они стоимостью идут всего лишь 100 дирхам на ребенка и где-то 129 на взрослого по сравнению с этим, с этой ценой. И мы идем на 125 этаж. Последний раз были, когда Милане был год. У нас даже есть фотография с памятью, как мы поднимались на топ. Сейчас идем уже спустя почти 6 лет, или 7. Смотрим, тут есть мини-музейчик. Такой вот тут коридор. Интересный. Киты телевизоры. Вау! Кого не чувствуется, уши уже закладывают. Меня, я уже сделал. Так, ребята, стоим. Сейчас должны мы скоро пойти. Сейчас этот лифт находится на 124 этаже. И скоро приедет за нами. Смотрите, на дверях отображается, да? Что люди выходят. Интересно. Кажется, за вами приехал лифт. Сейчас люди выйдут, и мы поедем, Вероничка. Вероничка готова? Окей. Пусть дети будут подальше от двери, хорошо? Хорошо. Да, двери. Как тут темно. Посмотрите, как красиво. Да. Вот это класс. Целая сказка, ребят. Классно, да? Супер. Вау. Кого не чувствуются, уши уже закладываются. Прикольно, да? 55-й, 56-й, 57-й, смотрите, как лифты. Это самые быстрые лифты в мире. За одну секунду 10 этажей. Вау, мы наверху, а тут-то свежо, да, ребят? Реально прям холодно. Холодно, да? Прям, да. Милан, тут прохладно, да, прям? Что, тебе красиво, нравится? Обалдеть, да, какие виды? Не верится, да? Боже, да. Такая высота. Страшно. Страшно? А что это все? Так, смотрите, тут Данюшка блогер. Даня, ты блогер, да? Ты тоже снимаешь? Да. Это, Дань, самая высокая башня в мире. Да, ну, смотри, иди сюда. Вот там, видишь, еще выше есть. Да. Есть еще, ребята, 150 этаж. Да, ну... Милан, ты делаешь селфи? Да. Пойдемте туда, где закат, ребят. Пойдемте. Вот такой у нас был классный, веселый день. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если еще не подписались. Ну, а я побежала дальше. Точно. Пока-пока.